расслабленность на рабочем месте, периодическое игнорирование распоряжений, постоянные угрозы, что уволятся и так далее. Подчиненные будут всегда проверять вас на прочность. Вы подписались на то, чтобы заставлять их работать. Я вам очень рекомендую с ним это прояснить. Очень ясно и очень четко. И в следующий раз вам будет легче добиться выполнения. Работаю в производстве начальником среднего звена. Как и многие, допустил ошибку, выстраивая хорошие отношения с подчиненными персоналом. На данный момент все это выливается в периодическое игнорирование распоряжений. Ни хрена себе хорошие отношения. С моей точки зрения, хорошие отношения – это когда мы друг к другу хорошо относимся, а не только когда я к ним хорошо отношусь. Но если они нифига не выполняют мои распоряжения, какое же это хорошее отношение? Ну да ладно. На данный момент все это выливается в периодическое игнорирование распоряжений, расслабленность на рабочем месте, пофигизм и так далее. Когда становлюсь грубее, начинаются обиды, молчание на несколько дней с их стороны, постоянные угрозы, что уволятся и так далее. Здесь история такая, что девчата ленятся. Понимаете? Это нормально. Это довольно интересная, феноменальная штука. Понимаете, человек становится руководителем. И ему надо управлять людьми. Но вы же понимаете, что люди ленятся. Но мы же с вами все ленимся. Ну, иногда жене приходится напоминать. Саша, повесь то, ты обещал мне сделать дырку в стене. Ну, или какие-то другие вещи, там, сделай то или это. И мы немножко ленимся. Нам хочется делать что-то другое. С людьми это происходит, люди ленятся. Именно, кстати, поэтому, кстати, нужны руководители. Довольно интересно. Руководитель нужен для того, чтобы подчиненные делали правильные вещи с правильными приоритетами, с полной самоотдачей. Для этого нужен руководитель. Если бы они могли делать эти правильные вещи с правильными приоритетами, с полной самоотдачей, по-видимому, руководители были бы не нужны. Но они нужны, потому что люди не такие. Когда вы стали руководителем, вы, по сути, на это подписались. Вы подписались на то, чтобы заставлять их работать. Другой момент, понимаете, какая интересная штука происходит. Подчиненные будут всегда проверять вас на прочность. Хотите вы это или нет, друзья мои, поверьте мне, самые лучшие друзья, партнеры и подчиненные, они всегда будут проверять вас на прочность. Они всегда будут проверять, а можно ли закосячить, а можно ли залениться, а можно ли не сделать. Вы говорите, что когда становлюсь грубее, они начинают обижаться. А вы не становитесь грубее. Вот в этом весь фокус, на самом деле, хорошего управления. Что вы не становитесь грубее, но вы продолжаете требовать. Понимаете, вы дали человеку распоряжение, сказали: Петя, тебе надо покрасить забор. И как ты думаешь, сколько это займет времени? Он говорит: ну там бла-бла. Вы говорите: ну хорошо, до среды до 6 уложишься. Он говорит: ну да, реально, хорошо. Приходит среда, 6, ни хрена забор не покрасил. Нормальная, обычная жизнь обычного руководителя. Если вы умный руководитель, то вы, конечно, позаботились над тем, чтобы у вас был запас по времени. И вы говорите: Петя, ты обещал мне покрасить забор 6. Что произошло? И вы не злитесь, вы просто спрашиваете, что произошло? Что тебе помешало? И он, конечно же, ла-ла-ла-ла-ла-ла, и то произошло это. Вы говорите: хорошо, Петь, но я на тебя рассчитываю, потому что есть общие планы, забор должен был быть покрашен вообще-то к 6, но он не покрашен, что мы будем делать? Каково твое решение? Он говорит: ну, я постараюсь покрасить. Хорошо, когда ты постараешься покрасить? Понимаете, вы проявляете настойчивость. И вы не злитесь, вы не стучите кулаком по столу, вы не рвете рубашку на груди. Вы говорите, ну и он говорит, например: давай следующую среду. Вы говорите: нет, невозможно, потому что на запокрашенный забор рассчитывают другие подразделения и все такое прочее. А приемлемым будет, скажем, ну максимум завтра к обеду. Он говорит: ну хорошо, я понял. И вы ему говорите, вы просто смотрите ему в глаза. И вы говорите: это важно, завтра к обеду ты сделаешь это? И он говорит: да. Он говорит: хорошо. И вы завтра до обеда приходите, проверяете и увидите, что он не докрасил. Что вы делаете? Вы опять же, вы не злитесь, вы не рвете рубашку на груди, вы не стучите кулаком, вы говорите: Петя, это важно. Очень важно. Мы одна команда. Мы все зависим друг от друга. Если ты не покрасил забор, произошло то-то и то-то и так далее. Тебе надо его покрасить. Это очень важно. Я сейчас то, что я тебе рассказываю, ты пойми, я не наезжаю, я тебе просто объясняю, насколько это важно. Ты это понял? Хорошо. Хорошо, давай ты постараешься покрасить 12. Не уложишься? Ну, я вижу, что ты уже не уложился. К часу ты сможешь покрасить? Сможешь. Хорошо. Пожалуйста, нужно ли тебе что-то от меня, от других сотрудников, что я могу тебе обеспечить, чтобы ты покрасил забор к часу? Нет? Окей, хорошо, крась. Я на тебя рассчитываю. Ты молодец. Я уверен, что ты справишься. И обратите внимание, вы не проявляете какой-то злобы, антагонизма, агрессию, но вы добиваетесь,
И что произойдет дальше? А дальше произойдет магия. Если вы каждый всякий раз, когда вы отдаете распоряжение, вы добиваетесь, чтобы он довел это до конца, да, вначале это будет тяжело, вначале вам придется много напоминать, вначале вам придется там принимать во внимание, а возможно сроки какие-то будут оттягиваться. Но если вы внутри будете иметь такое убеждение, что вы как бульдог вцепились, и вы добьетесь, чтобы он покрасил забор, но вы будете это делать с хорошим дружелюбным отношением, вы знаете, что произойдет? Петя очень быстро поймет, что ему все равно некуда деваться, что вы все равно добьетесь, что он покрасит забор. И в этот момент ваше влияние на него как руководителя взлетит на 100 пунктов вверх. И в следующий раз вам будет легче добиться выполнения. Поэтому не злитесь, не грубите, а настойчиво, с улыбкой на зубах, как говорится, добиваетесь, чтобы он выполнил то, что вы хотите. И вы никогда не забываете. Поэтому каждое распоряжение вы записываете в какую-то программу, систему, календарик, блокнотик, что угодно. Систему контроля электронную задач. Но вы документируете каждое распоряжение, которое вы отдали, а потом вы добиваетесь, чтобы оно было выполнено. И очень быстро у ваших подчиненных сформируется такая точка зрения. Лучше это выполнить сразу, потому что он все равно, как говорится, дохлого достанет, но все равно это будет выполнено. Поэтому, ну, почему бы не сделать это сразу? И все, и люди не будут злиться, они будут выполнять. Это первый момент. Второй момент – это то, с чем сталкиваются руководители, которые имеют дружеские отношения с подчиненными. Я, кстати, не говорю, что это очень плохо иметь дружеские отношения с подчиненными. Но нужно очень четко разграничить. Понимаете, дружеские отношения и отношения руководителя – это две разных роли в жизни. Вы можете быть друзьями. Это одна роль, она предполагает определенные взаимоотношения, взаимодействия. Вы можете вместе пить пиво, ходить на рыбалку. И роль руководителя и подчиненного – это другая роль. И вы, скорее всего, это разграничиваете. Для вас это все ясно. Но задайтесь вопросом, а ваш друг это разграничивает или нет? Если он не разграничивает, я вам очень рекомендую с ним это прояснить. Очень ясно и очень четко. Если он действительно ваш друг, а друзья обычно помогают друг другу. Если он по-настоящему ваш друг, то он захочет, чтобы вы были хорошим руководителем. И у вас не было проблем как у руководителя, если он действительно ваш друг. И если он ваш друг, то он вас поймет. И он поймет, что есть время и ситуации, когда он должен вести себя как ваш друг, и вы будете вести себя как его друг. А есть время и ситуации, когда вы руководитель подчиненный, и он должен вести себя по-другому. И интересная штука, если вы это все объяснили, он все это понял, но он этому не следует, вы просто осознайте, он не друг для вас. Он просто не друг. Он не хочет, чтобы вы могли сделать свою работу хорошо, он не заботится о вас, он не хочет, чтобы вы процветали, он не хочет, чтобы вы были сильными. Вот и все. Просто осознайте это, и, скорее всего, он вам не друг. Да, и вот как бы такое, к сожалению, бывает, когда ты обнаруживаешь, что человек, который рядом с тобой, на самом деле твоим другом не является. Ну окей, это тоже нормально. Если вы хотите идти дальше, идите дальше, заводите себе новых друзей.